Свердловская область рассчитывает на развитие двустороннего взаимовыгодного партнерства с провинцией Шэньси Китайской Народной Республики, в административном центре которой, городе Сиань, в эти дни проходит 4-е международное экспо «Шелкового пути». Об этом заявил губернатор Евгений Куйвашев во время рабочей встречи полномочного представителя президента Российской Федерации в Уральском федеральном округе Николая Цуканова и секретаря парткома провинции Шэньси Ху Хэпина. Во встрече также приняли участие руководители других уральских регионов. Глава Среднего Урала напомнил, что Свердловская область давно работает с китайскими партнерами. У региона выстроены деловые и дружеские отношения с несколькими территориями Китая. Например, с Харбином, провинцией Хэйлунцзян. Свердловской области интересны возможности Шэньси как индустриальной территории. Регион готов сотрудничать в области логистики, торговли, образования, медицины, туризма. Евгений Куйвашев пригласил китайских коллег на выставку «Иннопром», которая пройдет летом в Екатеринбурге. Ху Хэпин заинтересовался в частности возможностями Свердловской области как крупного транспортного узла России. Полномочный представитель президента России в Уральском федеральном округе Николай Цуканов также отметил большой потенциал Свердловской области. Регион достаточно богат как истории и культуры, но финансовый потенциал региона достаточно высок. Развитие двусторонних отношений с таким крупным торговым и научным партнером, несомненно, положительно скажется на развитии всего региона. Китайские представители в свое время посещали и наш муниципалитет. И кто знает, возможно, более глубокое изучение его потенциала позволит найти дополнительные возможности совместной работы на Артемовской земле.